В эфире телерадиокомпания «Шебекино». В студии Алексей Коновалов. Здравствуйте. Главные новости из жизни городского округа в нашем выпуске. 27 сентября в России отметили один из самых теплых, добрых и искренних праздников – День воспитателя и всех дошкольных работников. В канун праздника на базе детского сада номер 1 города Шебекино состоялся муниципальный конкурс «Мисс Воспитатель». Дата 27 сентября появилась всего 16 лет назад. Но праздник в стране полюбился и прижился прежде всего потому, что он дал возможность сказать спасибо добрым, внимательным и чутким людям, которые находятся рядом с малышами в самые первые, самые важные годы их жизни. Дошкольный педагог должен быть разносторонне развитым человеком, стремиться к самосовершенствованию. От него требуются высокие моральные качества, выдержка, благосклонное отношение к людям, доброжелательность, готовность помогать. Теперь у всех этих замечательных людей у нас с вами есть свой праздник. День профессионального творчества, день дошкольного работника. Датой нашего праздника избрали 27 сентября. И уже стала доброй традицией в этот день проводить суперкреативный, мегатворческий конкурс «Мисс Воспитатель». Наилучшие пожелания и поздравления с праздником прозвучали от Оксаны Викторовны Авраменко. Хочу от управления образования, начальника управления образования Сабодаша Анатолия Михайловича и заместителя начальника Воронкина Марины Юрьевны и от отдела дошкольного образования поздравить вас всех с профессиональным праздником. На сегодняшний день у нас в Шебекинском городском округе охвачены дошкольным образованием 3691 ребенок. Дети – это наше будущее. А будущее не только нашего города, но и всей страны. Поэтому я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и, конечно, всем большой заработной платы. Всех поздравляем с праздником! На праздник были приглашены почетные гости, посвятившие своей работе не один десяток лет, отдавшие душу и сердце дошкольному образованию. Гости принимали поздравления от воспитанников детского сада номер 11 города Шебекино. Воспитатель – красивое слово, очень звонко и гордо звучит. День дошкольного работника сегодня декларалс поздравить спешит. Всех поздравить нам пора, праздник просвещения, всем здоровья и добра, радость и веселья. Улыбнитесь, родные вы наши, пусть усталость уйдет с ваших глаз. Пусть по жизни уйдет вас удача. Вам желаем здоровья сейчас! Конкурс оценивала компетентная, но доброжелательная жюри из коллег по цеху. 10 конкурсанток боролись в этот день за звание «Мисс-воспитатель». Они должны были выполнить 6 непростых конкурсных заданий. Визитная карточка, устами младенца, эврика, очумелые ручки, крошка сын к отцу пришел и домашнее задание. Теперь я педагог, мои друзья. А мой поезд остановился на станции детский сад номер 6 в далеком 1993 году, где я прошла первые ступени своего становления как воспитатель по плаванию и работаю в нем уже 26 лет. Сегодня здоровые дети, а завтра здоровое общество. Эти слова стали моим педагогическим кредо. Детский сад – это маленький мир, где я чувствую себя легко и свободно. Воспитатели и дошкольные работники обучают детей. Они закладывают у ребенка базовые понятия об окружающем мире, прививают навыки к труду, усидчивости, концентрации внимания и мышлению. Каждая из участниц конкурса по-своему талантлива, креативна, изобретательна. Очень ярким получился конкурс «Домашнее задание». В качестве своего домашнего задания я приготовила мастер-класс. Я человек немного творческий, люблю петь, занимаюсь рукоделием, шью из фетра игрушки, вяжу валики и делаю открытки. Очень люблю делать открытки со своими детками. И сегодня я предлагаю участникам конкурса сделать прекрасные открытки. Давайте с вами начнем. И
и все фантазии и мечты в реальность превращай. Жюри подвело итоги. У микрофона Валентина Яковлевна Шелкоплясова. На уровне все. Я имею в виду и молодых, и которые, как они уже сказали, с большим стажем. Очень приятная сейчас, конечно, миссия такая. Награждение. Награждаем всех. Ну, скажем так, не памятным подарком, но все равно что-то памятное подарим. Спасибо нашему РК-профсоюзу. Они побеспокоились. Шаламов Леонид Леонидович выделил на это мероприятие нам определенную сумму. И нам это очень приятно. Мы получили вообще удовольствие. Действительно получили, не слышу. Вообще. Очень приятно было. Вы знаете, вот каждый раз вот третий год проводим. Первый год как вроде бы начинали это. Ой, ну как, ну что. А сейчас уже это. А вы каждый раз, знаете, удивляете. Каждый раз вот приходят новые люди, новые воспитатели. Вроде бы этого педагога знаешь. Этого педагога знаешь, оказывается, не знаешь. Оказывается, он на самом деле такой какой-то скромный, какой-то... И раз, здесь раскрывается, просто вообще вот другого человека, видишь. И вот в данном случае я сегодня сама лично, несмотря на то, что сколько уже лет работаю, и педагогов вроде бы как знаю, и в то же время меня сегодня удивили, я вам так скажу. Удивили очень приятно. Первое место. Ольга Юрьевна Михнина. Конкурс закончен. Все волнения позади. Корона у победителя. Каждый конкурс изначально считается соперничеством, но между воспитателями его не было. Они радовались за успех коллег, поддерживали друг друга на протяжении всех испытаний. Я была очень рада поучаствовать в таком конкурсе. Это для меня большой опыт. Мне было очень интересно. Все очень понравилось. Все девочки, конкурсантки молодцы. Еще пользуясь случаем, я хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником, с Днем воспитателя. С раннего возраста детям нужно помочь успешно усвоить правила дорожного движения, узнать их историю, ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания. Различными способами необходимо вести пропаганду по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Об одном из таких способов вы узнаете из нашего следующего репортажа. Различного вида мероприятия, направленные на изучение или повторение правил дорожного движения для детей как дошкольного, так и школьного возраста, проходят в Шебекинском городском округе регулярно. Цель таких мероприятий – закрепить знания детей о правилах дорожного движения и профилактика детского дорожного травматизма среди школьников, способствовать развитию мышления, скорости реакции, познавательной активности, создания атмосферы взаимовыручки. Теперь, благодаря открытому в 2017 году автогородку в парке культуры и отдыха, очень часто можно видеть веселую ребятню, принимающих участие в различных акциях или флешмобах, направленных на обеспечение безопасного передвижения в местах с повышенным уровнем опасности. Совсем недавно сотрудники отдела по работе с детьми и молодежью Шебекинского дворца культуры провели очередной флешмоб «Безопасная дорога», где ребята не только активно отгадывали загадки о дорожных знаках, играли в тематические игры, но и весело танцевали. Зрителями и участниками флешмоба стали обучающиеся городской школы номер 4. В том, что ребята отгадали все загадки и верно выполнили все дорожные задания, убедилась старший инспектор ГИБДД Наталья Лазарева. В новом учебном году мы, инспектора, хотим пожелать вам хороших оценок, не попадать ни в какие передряги, которые связаны с правилами дорожного движения, и хорошего настроения. Также я увидела, что действительно знаки вы все знаете. Переходите дорогу по пешеходному переходу, да? Знаете цвета светофора. Молодцы. В конце встречи школьникам были вручены листовки правил безопасности на дороге. Закончилось мероприятие общей фотографией на память. Мне очень понравился этот флешмоб. Мне понравился очень сильно. Этот очень сильный флешмоб. Мне понравились загадки. Мне понравился красивый флешмоб. Мне ручка.
Хотелось бы пожелать каждому ребенку нашего городского округа знать правила дорожного движения как таблицу умножения. Юные посетители библиотеки оздоровительно-культурного центра совершили заочную прогулку в парк. Вместе с ними отправились в путешествие по флоре нашего края корреспонденты телерадиокомпании «Шебекино». Природа – это не беспорядочный набор живых и неживых предметов и явлений. Это единый дом, в котором все нужны друг другу, от огромного солнца до самой маленькой мошки. А экология – это наука о законах жизни природы. Теперь же, когда рост городов все ощутимее притесняет леса, а ритм жизни мешает видеть красоту животного и растительного мира, мы, оказавшись в городском парке, чувствуем, как наша любовь к природе просыпается, а вместе с ней и ответственность за нее. Работники библиотеки вместе со своими читателями постарались сделать маленький шаг в сторону сохранения природы края, а первый шаг – знать, что тебя окружает. Так, вот это. Ель. Ель, правильно, это ель, это не сосна. У сосны иголки большие. Ребята активно выполняли задания, разгадывали загадки о видах деревьев, растениях, вспомнили писателей-натуралистов, рассказывающих об удивительном мире природы. Все свои усилия организаторы направили на привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного края, активизацию работы по экологическому просвещению читателей, выработку навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе. Вместе с библиотекарями ребята вспомнили простые, но важные правила. Не мусорить, не ломать ветки, экономить бумагу, электроэнергию и, конечно, воду, ведь ее запасы на нашей планете не безграничны. Делиться с миром красотой, мыслями, хобби, своими навыками и знаниями в наше время стало гораздо проще благодаря скоростному интернету и современным гаджетам. Все большую популярность среди молодежи и не только набирает так называемый блогинг. На минувшей неделе нам удалось пообщаться с блогером и фитнес-тренером Юлией Ергулевич. Не секрет, что большинство жителей на планете так или иначе сталкивались или связаны с сетью интернет. Многие ищут в этом развлечение, другие изучают и познают, но есть и те, кто делится своими рецептами и секретами. 26 сентября в Центре молодежных инициатив города Шебекино состоялся диалог на равных с белгородским блогером Юлией Ергулевич. Для души и от души я это делаю, потому что... Ну, мне нравится этот вид деятельности, делиться со всеми информацией, которой владею я. Сама Юля уже больше года дает советы о правильном питании, здоровом образе жизни и делится упражнениями для укрепления и красоты тела. Уже, так сказать, серьезные занятия блогерством у меня начались в прошлом году, когда я начала активно, прям суперактивно заниматься спортом. Я начала двигать эту тему в массы, в социальные сети, начала делиться своими какими-то результатами, начала делиться своими какими-то достижениями, питанием, тренировками, и отсюда уже пошли люди. Реальность современного мира такова, что набрав в поисковик интересующую тему, будь то здоровое питание или рецепты кулинарных изделий, интернет выдаст десятки, а то и сотни сайтов, где можно без проблем почерпнуть нужную информацию. Но по словам Юлии Ергулевич, путь к достижению успеха лежит в каждом из нас. Занимайтесь спортом, активничайте и будьте именно на этой волне. Волне правильного и здорового образа жизни. Если у вас, как вы думаете, нет свободного времени, чтобы потренироваться или заняться собой, вы ошибаетесь. Время всегда есть, когда у человека есть определенная цель, и человек хочет достичь действительно мощного результата. Вы можете уделить 20-40 минут своего свободного времени, чтобы сделать тренировку в домашних условиях. Сейчас это очень просто. Найти ролик в YouTube и повторить за тренером. В конце встречи для юных шебекинцев Юля провела разогревающую тренировку. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. Поэтому основной направленностью нашей деятельности является профилактика здорового образа жизни. К основному виду профилактики здорового образа жизни мы можем отнести рациональное питание. Что же такое рациональное питание? Существует несколько принципов рационального питания. Во-первых, это умеренность в питании, разнообразие пищи. То есть в организм должно поступать умеренное количество белков, жиров и углеводов, а также оптимальный режим приема пищи.
Режим питания человека обычно регулируется аппетитом, но стоит помнить о том, что последний прием пищи должен совершаться за 3 часа до сна. Также самым главным является дробность питания. Нужно питаться 5-6 раз в день маленькими порциями. Необходимо ежедневно использовать в питании около 5 штук грецких орехов. 3 раза в неделю не исключаем морепродукты. Ежедневное употребление овощей, фруктов. И самое главное – это ограничение животных жиров и сложных углеводов. Это сладости, это мучные изделия, хлебобулочные изделия. Необходимо помнить о том, что нужно ограничить употребление соли в организме. И также самое главное – соблюдение водного режима. Нужно выпивать в сутки около 1,5-2 литров воды. Многие игры, в которые играли наши предки в детстве, теперь, возможно, станут популярны в детских садах. Насколько они интересны детям и знают ли их взрослые, проверили 18 сентября в детском саду номер 14 работники Шебекинского дворца культуры и наша съемочная группа. Народные игры имеют многовековую историю, и благодаря энтузиастам они сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение и вбирая в себя лучшие национальные традиции. Народные игры для детей оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный настрой, интерес к народному творчеству. Никто не знает, как именно они зарождались, да и правила и особенности в каждом регионе свои. Нелегкой, но важной задачей возрождения народных игр, характерных для нашего края, занялись работники отдела по работе с детьми и молодежью Шебекинского дворца культуры. И, судя по всему, детям эта затея тоже нравится. Организаторы нарядились в русские народные костюмы и не забыли про традиционные забавы, игры и хороводы, без которых на Руси не проходило ни одно радостное событие. Яркие персонажи, Нежеголюшка и Забава увлекли детвору в череду русских народных игр Белгородской области. Цапки, идет коза по лесу, золотые ворота, колпачок, ходит песенка по кругу. Дети с большим интересом водили хороводы, пели и танцевали под веселые мелодии русского народного инструмента – баяна. Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время, несмотря на то, что существует достаточно большое количество соблазнов в наш технократический век. Часть детских игр минувших лет, в которые играли еще наши прадедушки и прабабушки, возрождается с помощью сотрудников Дворца культуры. Они за свою практику переиграли во все, что можно. В такие игры можно играть весь день, пока не устанешь. Это действительно игры детства наших предков, а теперь еще и детство воспитанников детских садов. Здравствуйте, жители Шебекинского городского округа. С вами постоянные рубрики «Слово прокурора». Жильцов Станислав Игоревич, помощник Шебекинскому жилищному прокурору. Прокуратура разъясняет. Расширены полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 13 августа 2019 года вступили в силу дополнения, внесенные федеральным законом от 2 августа 2019 года под номером 301 статьи 8 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности. Теперь в случае поступления сообщения о пропаже несовершеннолетнего ребенка при наличии письменного согласия одного из родителей или лиц, их заменяющих, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, уполномочен в течение 24 часов с момента поступления такого сообщения получать информацию о местонахождении абонентского устройства, телефона и так далее, находящегося несовершеннолетнего, и данные о его соединении с иными абонентами и их номерами путем снятия информации с технических каналов связи. Дорогие шебекинцы и гости нашего города, внимание! По адресу улица Луговая, 1, магазин «Айсберг», 2 этаж, возле кинотеатра «Космос» открылся павильон «Second Hand» – «Сток». Слово «сток» в буквальном переводе означает «товарные остатки». Это означает, что в магазинах стоковой одежды продаются остатки коллекций прошлого сезона, а не второй сорт или брак.
У нас продается одежда, которая по каким-то причинам не была раскуплена в монобрендовых магазинах, не подошел размер, коллекция прошлого сезона. Название «Сток» при этом никак не влияет на потребительские качества вещи. Они по-прежнему такие же теплые, ноские и удобные. Секонд-хенд крем – элитная категория секонд-хенда, в которую попадают новые вещи без бирок или вещи без следов износа. Слово «крем» в переводе с английского означает «сливки», что определяет такую категорию секонд-хенда как одну из лучших. Такие вещи бывают детскими и взрослыми, они предназначены для торжественных событий, среди них встречаются экстравагантные предметы гардероба, которые подчеркивают индивидуальность владельца. Покупая одежду в секонд-хенде, вы можете быть уверенным, что выбранные брюки не сядут, а симпатичная ярко-красная водолазка не полиняет и не окрасит в веселые тона соседей по стиральной машине. Всевозможные дефекты уже выявились в период предыдущей эксплуатации, поэтому вы прямо в магазине можете абсолютно адекватно оценить и качество ткани, и степень сохранности, и потенциальный срок службы вещи в вашем гардеробе. Итак, мы ждем вас по адресу Луговая 1 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, суббота с 9 до 16 часов. Наши цены вас приятно удивят. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Константин Егоров, Зоя Войтова, Василий Починский, Анастасия Костоглотова, Виктор Копылов и Алексей Коновалов. Следите за новостями и оставайтесь с нами.